Харрисон Форд, берег москитов. В Америке будет война. Она приближается. Он говорил, что налицо все ее признаки. Глупость и алчность людей. Эта чертова страна превратилась в галтелых стервятников, преступных миллионеров и мерзавцев. Оглянись, до чего докатилась Америка. Страна возможностей и надежд. Мой отец был изобретателем. Гением в области механики. Имел 9 патентов и еще 6 ожидал. Мое дело работать. Вот их отношения. Покупай дрянь, продавай, ешь дрянь. Но никто, кроме меня, не собирается ее покидать. Я все время об этом думаю. Таких, как я, больше нет. И я получил лед из огня. Он опаснейший человек. Так ему и передай. Он опаснейший человек. И когда-нибудь он вас всех убьет. Вы слышали о береге москитов? Надеюсь, что нет, поэтому мы туда и отправляемся. Рабочие мигранты. Они не знали, как им там хорошо. Брось, мы уезжаем отсюда. Я начну грузить вещи, ладно? Мама поедет там. Куда мы едем? На заднее сиденье. Девочки, назад. Прощай, Америка! Всего тебе хорошего! Прекрасный дом. Он перед вами. Ничего не вижу. Двойная инфляция и $2 за батон. В Нью-Йорке едят собачьи консервы и убивают за грош. Там даже гулять небезопасно. Могут зарезать. Представь. По какому вы делу, преподобный? Господь привел меня сюда. Господь понятия не имеет о существовании этого места. В противном случае он бы уже давно позаботился об этих людях. Мне кажется, поэтому он так ненавидел миссионеров, которые учили людей мириться со своей земной ношей. Сейчас, Фрэнсис, кто-то в Америке кладет под пресс мусор и утверждает, что он уничтожен. Бесконечная работа. Одно и то же каждый день от зари до заката. Здесь все было иначе. Вот это цивилизация! Для этого я здесь! Для этого я приехал! Вы когда-нибудь в снежки играли? Лед из огня! Ты выглядишь ужасно. Это последний шанс. Заберем близняшек и уедем, пока он нас не остановил. Я хочу уйти с мистером Хейди. Почему ты так жесток? Я не жесток, я только нас всех спасаю. Америка правда взорвалась? Через несколько минут они замерзли. Я бы его убил. Это нетрудно сделать. Подкрасться сзади и ударить молотком. Успокойся! Я представил себе, как бы я всадил ему нож чуть ниже потрепанного воротника. Предатель. Ты убиваешь нас, убиваешь! Всегда против меня! Ты не лучше детей. Всякий, кто хоть немного соображает, не должен терпеть притеснение. Нет! Нет! Мне жаль. Ха. Я счастлив. Мы свободны.